Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в поселок Пересыпь Темрюкского района. И здесь мы оказались не случайно. Здесь произошел оползень, который напрямую очень близко подошел к жилым домам, гостиницам, которые стоят прямо на берегу Азовского моря. Место, куда подошел оползень, находится в переулке Лазурном. Берега здесь подвержены обрушению, но этот оползень очень серьезный, потому что дома находятся буквально в нескольких метрах от берега, который сыпется на глаза. Уже упали несколько беседок и почти упала детская площадка. Вот та самая лестница, которая выводила людей к пляжу. Сейчас она просто раскурочена, перевернута, погнуто, потому что посмотрите, какие огромные пласты земли спали, сошли. И это не 5 сантиметров, друзья, это многие метры обрушились. И обрушение коснулось в том числе коммуникаций. Вот так вот выглядит обрушившийся берег с одной стороны, покосившаяся лестница и другая часть, которая еще больше пострадала. Видно, что там беседка уже упала, заборы попадали. И местные жители, конечно же, очень обеспокоены. Оползень подошел к коммуникациям, и если они обрушатся, то, наверное, улица даже может лишиться воды, водоснабжения. Чтобы оценить характер обрушения этого оползня, я думаю, мы с вами прямо сейчас взлетим с помощью моего дрона и оценим ситуацию, пролечу вдоль всего берега, и вы посмотрите, что действительно ситуация критическая. Но что делать в данном случае? Напишите в комментариях ваше мнение, что предпринять можно местным жителям, которых непосредственно коснулась эта проблема. Мое личное мнение, что здесь можно справиться только если начать хоть как-то укреплять берег. Но берега на Азовском море всегда подвергались обрушениям. Оползни здесь — это не новость. Они происходят ежегодно по несколько сантиметров. Но, конечно, то, что произошло здесь, это многие метры обрушились. И если обрушение пойдет такими же темпами, то оно очень скоро дойдет до вот этих вот первых домов. Самый ближний дом — это вот, наверное, вот этот вот находится, вот эти вот. Thank you.
Друзья, я очень надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте ставить лайк под этим видео, писать ваше мнение в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо, пока-пока.